Керман, Белгород, Днестровский. 5 мая. Прекрасный день. Это армянская церковь Святой Богородицы. Памятка культурной извозчины охраняется законом. Историческая улица, брусчатка здесь. Тихо, спокойно. Много зеленых насаждений. Сарматский склеп 3 века. И цветы красивые. Греческая церковь. Основана в 14 веке греческими купцами. Идем к лиману. Смотрите, какая акация. Третий причал. Посмотрим. Дальше обрыв. Днестровский лиман. Природа красивая. Людей нет. Хорошая площадка построить оздоровительный комплекс для детей. Акация расцвела. А дальше бывший городской пляж. Красиво и спокойно. В античное время Днестровского лимана не было. А был остров Тирагетов. Ступеньки идут к лиману. Посмотрим. Это уже история. Здесь раньше было кладбище. Улица историческая. Брусчатка.
лавке возле крепости. На Керманской крепости 2500 лет. Посмотрите, какие оборонительные стены. Глубина рва 15 метров. Вокруг была вода. А толщина стен 5 метров. Ядра в стенах остались. Стены построены качественно, навеки. Не смогли разрушить. Инженеры работали добросовестно. Смотрим античный тир, 6 век до нашей эры. Пятое мая 2024 год. Античный тир, 6 век до нашей эры. Всем мира, хорошего дня, до встречи.